Прелесть была в чем? Что старые знакомые, друзья наши по театру, мы все их знаем прекрасно. И в чем-то мы их не видели, в чем-то видели. И вот тут, когда, грубо говоря, это прелесть этого всего вечера, помимо того, что каждый свой вокальный талант показывает в большей или меньшей степени, мы просто встречаемся. Это всегда приятно увидеть своих коллег, знакомых, друзей из других театров. Вот в этом прелесть всегда, общение. Но в этом году более ответственно все подошли к этому мероприятию. К тому же это двойное мероприятие, будет юбилей СТД, и сюда же будет вплетен гала-концерт «Бальканту». И мы, естественно, будем это делать. Мы сейчас думаем над сценарием, вот наша творческая группа. И задействовали Алексея Боненкова, нашего любимого художника. Это, естественно, будет в оформлении. Это будет с какими-то номерами помимо «Бальканта». Это будут другие театры с капустными номерами, потому что приедут поздравлять СТД с юбилеем. Сюда же будут вплетены вот эти номера с «Бальканта», которые войдут в гала-концерт. Ну и потом география обширнее намного, чем в прошлом году, поэтому это будет и интересно, и весело. Я думаю, это будет хорошо. Мы сейчас действительно готовимся к этому все.